Монеты FIFA Ultimate Team, а также учетные записи Xbox и PlayStation с монетами вы можете приобрести у Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, чуваки! С вами PandaFX, и сегодня у нас на канале будет Подкопенинг, и не мне вам говорить, какая команда недели. Сейчас у нас Криштиану Роналдо, которого я уже словил. Также может выпасть Азар, Суарес, ну и куча-куча всяких квикцельных бичей, да, кто-то скажет, какой хер, у тебя уже выпал Роналду, 3 Азара, но все равно хочется поймать кого-нибудь, у нас есть Суарес, не будем упускать свой шанс еще кого-то выцепить, ибо у нас есть монетки, паки по 35 тысяч монет, да, 35 или 25, я не понял, ладно, в общем, погнали смотреть. Вот такие вот наборы по 25 тысяч монет у нас присутствуют, у меня есть много аккаунтов на Xbox и на PlayStation. Собственно, поехали. Первый пак открываем, и тут нам падает Дрогба. И надеюсь, что этот парниша выпадет мне. Ну, блин, ну да, ну да. Я, конечно, хотел сделать вид, будто я обрадовался, но это Дэмси всего лишь, который мне выпадал. О, господи, сколько раз мне выпадал Дэмси, это просто не сосчитать. Минимум 10-20 раз, серьезно. А, нам падает еще Куэнтрао. Ну, португалец из Реала, типа, троллит меня, но... Мне выпал Криштиану Роналдо, я себя этим успокаиваю, поэтому у меня не всякие Пепе, всякие Роланды, всякие эти Куэнтрау меня не будут абсолютно трогать, так что выпадайте сколько хотите, я буду вам только искренне рад. Ну и Пеле, который меня тоже абсолютно не трогает, выпадай сколько хочешь, реально. Пеле, Куэнтрау, опять же. Всем этим пацанам радуюсь, еще один информ, чуваки. Второй информ за сегодняшний выпуск уже. Еще один информ, чуваки, еще один информ, нам выпало уже 3 информа. Блин, это уже 4-й информ, чуваки, на этом аккаунте. Я не понимаю, что происходит. Очередной пакетик за 25 тысяч монет и снова информ. Чуваки, я не понимаю. Что нахер происходит? Еще один информ. Это 5-й или 6-й уже за сегодняшний выпуск. Если честно, я уже абсолютно сбился. 1,90 м. Ну да, это неиграбельный персонаж. Если бы у него позиция была сама, вот. Следующий пакетик. И 8-7 Рамос. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Серхио Рамос. Вот он стоит... каких-то монет, да, 80 120, великолепно, спасибо ей. Нам выпадает 2 игрока из Краснодара, Гранквист и Жуазиньо. Еще один игрок из Реал Мадрида, добро пожаловать к нам в клуб. А пара в золотом паке и Маскерано, о господи. Electronic Arts, если я сказал, что меня троллить можно, но не до такой же степени, блять, мне выпал, блять, португалец из Реала и аргентинец из Барселоны, блять. Ладно, окей, хорошо. Я выдержу. Скипаем. И Серхио Рамос, еще один, чуваки. Еще один Серхио Рамос. Еще один хороший игрок из Реал Мадрида. Еще один, блядь, не пугают меня, блядь. Да, не пиксельный, но, сука, блядь, всегда страшно, когда кто-то выскакивает из черных пацанов. Всегда кажется, что это будет кто-то крутой, но каждый раз это оказывается, что это ебаная квиксельная ничего. О, блядь, форму красивую кликнул. Итак, чуваки, давайте последний пак я открываю на PlayStation 4, и мы переходим на Xbox One. Посмотрим, что выпадет в последнем паке. Сал. Итак, чуваки, мы на Xbox One. Поехали. Начнем, пожалуй, с бесплатного пака от Electronic Arts. Подогнали они какой-то бесплатный пакетик мне, и посмотрим, что здесь. О, господи, Адебайор. Поехали, еще один пакетик. Еще один пакетик за 25 тысяч монет. Тут Батадо, Робан! Робан! 90! Есть! Смотри, у меня упал Робан, кошак. Кавани, блять. Спасибо. Спасибо, друзья. Из компании Electronic Arts за то, что записали мой клип. Мне это так нужно было. Да ты заебал меня, блять. Ну серьезно, ну сколько можно? Пиздец, блять. Вы просто посмотрите на этот пак. Выпадает мне игрок из Реала. Выпадает мне Пеле. Выпадает Кавани. По 100 тысяч, чуваки! Что это было? Что это было? Это меня не глючит! Это меня не глючит! Стоп, 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 по 100 тысяч! 100 тысяч паки, чуваки, ебать! Я открою. Первый пак за 100 тысяч. О, господи, пипе, 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 пипе. Два информа! Два информа в одном паке, чуваки, ебать! Вот это внезапно! Чуваки, по 100 тысяч паки, по 100 тысяч паки, поехали. Ебать, вот этого я вообще не ожидал! Сижу, открываю паки, тут по 100 тысяч! Второй пак! Еще один информ! Еще один информ! Он ничего не стоит наверняка. Ладно, отправим все это в клуб, потом посмотрим. Так, компании, компании оставим. Ебать, чуваки. Сижу такой, открываю паки на Xbox, и тут по 100 тысяч паки высираются. Ебать, вот этого я не ждал. Еще один пак за 100 тысяч.
Еще один пак за 100 тысяч. Что здесь Азар, блядь? Почему вы меня троллите? Не хочу я этого Азара, хочу другого. Ладно, окей, поехали дальше. Еще один пак за 100 тысяч. Да, тут их хватит мне. 4 тысячи с чем-то их. По 100 тысяч. Скип. Скип. Быстро, быстро. Кто, кто? Вискарон, да господи, боже мой. Что за шлак? Блядь. Окей, ладно, поехали дальше. Еще один пак за 100 тысяч. Давайте, пожалуйста, 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 Криро, легенда, кто-нибудь, это Xbox, тут должно что-то выпадать, ну, господи, ну, почему все так плохо, почему все так плохо, ну, ладно, окей, поехали дальше, фух, еще один пак за 100 тысяч, еще один пак за 100 тысяч монет, 100 тысяч, господи, какой тут шанс выпадения хорошего игрока на Xbox, он настолько милипиздрючный, насколько это возможно, как я понимаю. Потому что, блядь, нихуя. Ван Перси, вот, замечательно. Да, Ван Перси. Это, блядь, да, еще клип запишите мне. Esports. Тут вообще никакой радости у меня уже нет, потому что я слил много монет на Xbox, я сумасшедший. Я не могу остановиться. Я не могу остановиться, ебаные паки по 100 тысяч монет. Откуда вы высрались, мать вашу? Кросс! Сука, блядь, почему все так плохо? Почему все так плохо? Паки по 100 тысяч монет, почему вы такие плохие? Еще один пак за 100 тысяч, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, ну кого-нибудь! Сука! Это ебаный Модрич, ебаный Модрич. Фу, я не сдамся, я не сдамся. Поехали дальше, еще один пакетик, еще один пакетик. О боже мой, как все плохо, как все плохо. Я это все очень быстро делал, потому что их там ограниченное количество. У нас еще 4400... паков у нас осталось, давайте, пожалуйста, пожалуйста, 100 тысяч пак, 100 тысяч пак, еще один, господи, боже мой, пиздец, я уже открыл почти на миллион этих паков по 100 тысяч, Азар снова падает, этот ебаный брательник его, о боже мой, пожалуйста, пожалуйста, Esports, жальтесь надо мной, это Xbox, тут монеты стоят дорого, сука, сука, наш рот ебал, пиле снова падает. Боже мой, какой ужас, Херман. Да не надо мне клипы ваши записывать, блядь. Записывайте по делу, нахуя мне записывать на Давиде Сильве, пожалуйста. Боже мой, боже мой, боже мой, что я делаю? Опять пиле мне падает, опять пиле падает. Блядь, как этот поворот вообще произошел? Почему эти паки по 100 тысяч вышли? Я сейчас солю все свои деньги. Все свои деньги сейчас солю. Господи, остановите меня кто-нибудь. Я не могу остановиться, друзья. Это уже просто наркомания, какая-то зависимость. Я не могу остановиться. Я не могу остановиться. Надо останавливаться, все. Надо останавливаться, надо остановиться, надо остановиться, надо остановиться. Пожалуйста, ну пожалуйста. Снова выпадает пиле, блядь. Снова выпадает пиле, блядь. Сука! Господи, блядь. Ну, пожалуйста, ну, Агуэра, ну, нет. Я не буду радоваться Агуэра. Потому что, блядь, он нихуя не окупает того, что я потратил. Посмотрите на это, блядь. Я не знаю, что комментировать, реально, мне очень грустно. Очень грустно, очень грустно. От того, что я натворил. Боже мой, еще один нападающий. Еще один нападающий из Реал Мадрида. Да, конечно, да, чуваки, у меня упал Криштиану Роналдо. Кто начнет говорить, типа, хули ты ноешь, у тебя же Криштиану Роналдо упал, но это упало на PlayStation. Да, PlayStation тоже, как бы, играю теперь на постоянной основе, но, блядь, хотелось бы... Хотелось бы, блядь, и на Xbox тоже, блядь. Еще один Азар, блядь, великолепно, Азар и Пепе в одном паке, блядь, это просто, блядь, это просто, я не знаю как, это просто пиздец, паки по 100 тысяч, что вы делаете со мной? Ну, бля, ну я заслужил что-то же, блядь, ну что-то же заслужил я, блядь, из этих всех паков, ну реально, ну опять Пепе падает, опять ебаный Пепе! Пожалуйста, 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 еще один пак за 100 тысяч. Ёбаный Руни, и снова Пеле, блядь, я уже не могу, мне уже тошнить просто от этих паков, Пеле, Азары, блядь, нет, я не буду радоваться, Мотом и этот, Поти в одном паке, нет. Я не могу таким радоваться игрокам, когда я уже слил, блядь, 3 миллиона на Xbox, это, блядь, сами подсчитайте, мне страшно думать, сколько это монет.
Я продолжаю открывать, да. Я не могу остановиться. Снова падает нападающий из Реала. Я не могу остановиться. Это зависимость, реально. Это просто какая-то ебаная шутка, наверное, да? Еще один мотом, блядь. Иди нахуй, блядь. Я не знаю, что говорить. У меня нет никакого оправдания тому, чему я сейчас сделал. Того, чего я сейчас сделал. Иди нахуй, блядь, мразь! Если кто умеет останавливаться вот в таких ситуациях, научите меня, пожалуйста. Я не могу остановиться. Пока эти паки есть, я не могу остановиться, чуваки. Это бред какой-то, это бред. Это просто бред, это просто бред. Я не верю в это, я не верю в это. Это со мной происходит? Это не сон, это не сон. Бускетс, блядь, Бускетс. Замечательно.